вообще. Юрий Тимофеевич. Да, привет. Вон, посмотри. Да. В ту сторону. Все. Видишь, беленькая? Это может быть цапля, а может быть это и большая чайка. Это мелиораторы копали. Это вот речушка, как ее, поляница или поляница. А это выкопали торфяные разработки. Я так полагаю, после войны. Ну, топить надо чем-то, все там все разруху. Вот. Ну, потом это дело все забросили. Вон, смотри, какая черная здоровая чайка. Ого, выплыла. Вон, еще выводок, вон, выплыла, еще выводок. Да, выводочек. И вот представь, сейчас, это она, значит, в мае их... 9 штучек. Да, а он у той тоже дофига. Я тебе про что хочу сказать. По два выводка они в этом году сделают, ну, как да. Минимум. Ну, тут охотились раньше. И что ты хочешь сказать, Александр? Он сейчас считается действующим заказником, да? Да. Похоже, да. Это целый будет здесь. Ну, вон, утяжка получит на нас. Человек. Че? Да он когда перестанет нести, что ли? Да, Юра, ты сам знаешь, он полулетка, блядь, будет нереститься. Погода нормально нереститься. Похолодало чуть-чуть, он перестает, начинает жрать. Да раз, блядь. Там настоящий пидорас, а не карась, блядь. Да, такая выглядит. Так, ладно. Все, пойдем. Наливай. Не, не буду. Так, ладно.